бусины глаза срывают тайные покровы. Алиса в страхе и слезах, ища опоры и основы, идет к заветному ручью, что в юном сердце протекает. И оказавшись на краю, Алиса грустно понимает, что нет на свете ничего, что можно выбрать за основу, что в мире нет пути иного, чем обретение своего, что в этом мире, где сердца всегда осмеяны разлукой, ничто не может быть поругой любови вечной до конца. Алисины глаза окинут мир прощальным взглядом, ей вдруг захочется сказать, но никого не будет рядом, что нет на свете ничего, что можно взять с собой в дорогу. Алиса хочет одного — спросить невидимого Бога, зачем же в мир, где кровь за кровь, где столько смерти и страдания, предметом злого поругания была придумана любовь. Зачем в сердцах способны знать высоких чувств переживания, так мало силы выживания, так много силы умирать. Алиса умеет вязать, Алиса рисует в альбомах, Алису в гостях не застать. Алиса почти всегда дома. Ах, Алиса, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем. Побыть в доме вдвоем, с тобою вдвоем. Алиса не любит гостей, Алиса одна вечерами, Алиса сидит на тахте с коробкой конфет и с мечтами. Ах, Алиса, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем. Ах, Алиса, просто не терпится, ах, побыть в доме твоем с тобою вдвоем. А Алиса и дня, Алиса не может прожить без Ириса. Алиса совсем как дитя, но лучше всех, Алиса.
обо всем. Ах, Алиса, просто не терпится, ах, побыть в доме твоем с тобою, с тобой.